Привет, меня зовут Эд, и сегодня я продолжаю записывать для вас самые прикольные житейские хитрости, советы и фишки для вашего дома. Как придать новый для себя неповторимый привкус макаронам, рису или любой другой крупе? Возьмите кастрюлю, где вы будете варить данную крупу или макароны, и положите туда желательно использованный чайный пакетик и нагревайте воду до кипения. После того, как вода окрасится в легкий коричневый цвет, вы можете осторожно убрать оттуда этот чайный пакетик. После этого по обычному рецепту варите в этой воде ваши макароны, рис или другую крупу. После того, как вы отварите свою любимую кашу или макароны, вы откроете для себя совершенно новый вкус этих продуктов. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Отвечу каждому. Всем удачи и до новых встреч на моем канале.